плодовое насаждение. Поэтому верхний ряд проволоки дает возможность просто выпускать туда побеги, их не прищипывать, не обрезать. Потому что по науке лист винограда работает 21 день, и чем больше будет молодых листьев на винограде, тем больше качественно будет у вас урожай. Зимой второй ряд вверх можно накрывать пленкой, как мы делаем миллиарды. Таким образом увеличиваем, уменьшая, вернее, сроки созревания. Вот классическая схема компоновки винограда. С такого куста в 2017 году мы убираем 30 килограмм. То есть из теплицы, где 90 кустов, мы убираем 2 тонны 700 килограмм. Значит, когда мы получили первый урожай, он был 1,5 тонны, цена, это был 2013 год, цена на рынке на ранний виноград была 120 гривен. Весь виноград был продан в Донецк. Мы получили прибыль с одной теплицы, которая купила на все строительство. К сожалению, 2014-2015 год продавался виноград по себестоимости, потому что эта культура очень сильно зависит от поставок из-за границы. Наращивание цены произошло уже в 2016-2017 год. И в 2017 году у нас уже средняя цена реализации винограда из теплиц была 33. Начинается больше, потом уже падает. Начинается с 60. В 2017 году 60 гривен продавал, потом упало до 20. Поэтому легко посчитать, что, значит, в 2017 году мы получили с одной теплицы 84 тысячи гривен. И это с 4,5 сотов. То есть на перерасчете на гектар это 1 620 000. Я думаю, что для тех, кто находится в предпенсионном возрасте и имеет такую теплицу дома, можно полностью обеспечить себя на старость и не переживать, что ты что-то получишь от государства. Вот предоставлена схема, как работало предприятие. Вторая наша культура, которую мы делаем сейчас упор, это черешня в теплицах. Но хочу сказать тоже, что черешня в теплицах пока еще не изучена, и опыта такого большого нет. Поэтому мы как бы первопроходцы в этой отрасли, именно в нашем регионе. Первоначальная задумка была какая? Чтобы получить сертификацию в облаке. Объясняю почему. Мы, предприятие уже начало, уже прошло 50% пути в этом направлении. Даже когда